Проблема свободной продажи сетных орудий лова, которые относятся у нас к запрещенным орудиям, является из основных, наверное, причин уменьшения рыбных запасов на реке Вятка, так же, как на ее притоках. Основная тут причина в невысокой стоимости этих орудий. По этой же причине многие сети теряются, нарушители их оставляют в водоемах. И эти бесхозные сети наносят очень большой вред, ущерб нашим рыбным запасам, приводят к негативным социальным последствиям. То есть могут люди страдать, эти же подводные у нас охотники, там, затем околоводные животные страдают, водоплавающая дичь. Вопрос запрета продажи сетей давно уже стоит остро у нас в области, и не только в области, долгие годы. С 2001 года у нас в области еще, говорится, забили тревогу, начали работу по запрету продажи сетей. Вот мой руководитель Бушмнев Виктор Анатольевич, еще будучи работая в Камурал-Рыбводе, обратил внимание на эту проблему. Ранее неоднократно уже вносились законопроекты у нас в Госдуму, значит, в 2010 году Воронежская областная дума, в 2014-м Самарская губернская дума. Оба законопроекта отклонялись по непонятным причинам. Мы считаем, что самое логичное и действенное, конечно, это будет запрет на торговлю, так называемыми китайскими этими дешевыми сетями. Но и в свете событий, что у нас Госдума не хочет по каким-то причинам, там, не может принять этот закон, есть еще у нас такое мнение, что на общественные движения, на какие-то надежды есть. В Кировской области существует такое движение «Антибрек», где, значит, энтузиасты, рыболовы, сознательно, самостоятельно, либо с работниками там рыбинспекции, полиции выезжают, чистят наши водоемы от бесхозных сетей. Вот. Последнее время на адрес администрации президента поступает с Кировской области много жалоб на эту проблему. То есть общественность у нас сознательно, да, к этому относится. И в СМИ, на интернет-форумах, на различных идет общение. Вот. Ну, как я уже говорил, недооценивать ущерб, наносимый лесочными сетями, их опасности нельзя. То есть это и во время нереста, особенно когда преграждают путь на нерестилище, снижается численность рыбных запасов и снижение популяции особо ценных пород рыб.